ZBrush 2020, и давайте дальше в этой программке будем доделывать именно Калашникова. В принципе, тут все то же самое, за исключением там дополнений. Потом мы их рассмотрим. Но пока Калашников. Так, текстуры. Подгружаем, давайте, вот эту текстуру. Я приклад хочу сделать именно обычный. Слишком своедрежим тоже неохота рассматривать. Ну вот, будем вот по этому референсу работать. Так, Shift Z закрываем его пока. Открываем опять же куб. Вытягиваем. Edit. Make Polymesh. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем модель. Я убрал именно здесь вот расположение, как находится куб, и убрал вот эту вот здесь тоже типа рендера. Мешает. Так, Alt, левая кнопка мыши, Shift Z, референс. Теперь Poly F, смотрим геометрии, делаем Dynamesh. Даже, ладно, этот оставим пока. И давайте подгрузим в саптулах именно append, наверное, цилиндр. Так, куб пока отключим, переключимся на цилиндр. И давайте ему тоже сделаем Dynamesh. Так, теперь все это дело перевернем. Вот здесь вот их симметрия, значит, будем работать вот с этой стороной. Shift Z выравниваем, и теперь будем по референсу именно его делать. Так, что можно тут сделать? А сделать можно многое. Так, первым делом сделаем size. Z прозрачность, это все дело вот так вот чуть-чуть уменьшим. Z отключим глаз, и Alt левая кнопка мыши перенесем сюда вот объект, и Alt левая кнопка мыши уменьшим его вот так вот. Теперь Shift Z отключим объект, Move, Gizmo, все это дело вот так вот вытянем и немножко сплюснем вот до таких размеров. Теперь все это дело Alt левая кнопка мыши пока перенесем. Это все дело вот так вытягиваем. Shift Z, Alt левая кнопка мыши, смотрим, как тут да что. Вот таким вот образом немножко перекрутим. Немножко опять же вытянем. Вот так вот. Alt, левая кнопка мыши, сделаем чуть-чуть побольше. Вот так. И верхнюю часть подловим. Вот таким вот образом. Так, следом теперь нужно Ctrl-Shift. И попробуем теперь так, Trim. Нет, Trim Curve. Вот эту вот. В обратную сторону, где черная полоса, там и режем. Так, вот так все это дело обрезаем. В принципе, приклад получился. И вот здесь нам теперь пригодится именно куб. Переключаемся на куб. Так, Move Gizmo включаем. Теперь за желтую все это дело уменьшаем. Вот так вот подгоняем. Убираем пока гизму, смотрим что да как. Немножко все это дело сплюснем. Немножко подтянем вот сюда, вот так вот. Shift Z. Так, отключим пока видимость куба. Смотрим что да как. Немножко подгоняем. Shift Z. Включаем видимость вот этого объекта. Попробуем теперь кубу сделать полиш и посмотрим, как он изменится. Так, он не меняется. Печально. Значит, будем резать. Будем резать клип-циркл.
Вот так вот края обрежем. Смотрим, что да как. И теперь попробуем опять же. Так, trim curve. И вот так вот ровненько все это дело наискось обсобачим. Пока вот так вот уберем. И пока вот так вот уберем. Делаем Ctrl-W и делаем Dynamesh. Теперь все это дело чуть-чуть еще подкорректируем. И делаем Geometry Modify Topology Mirror and Well. Вот такая получилась прикольная заготовка. Так. Теперь посмотрим, как она на самом деле должна выглядеть. Так, вот здесь она обрезана. Здесь она тоже чуть-чуть есть конус. Так, это значит Z уберем. Alt, левая кнопка мыши. Вот так все это дело приблизим. Ну и немножко, опять же, trim curve, Alt. И немножко вот так вот подгадаем обрезку. Вот так теперь нормально. Так, приклад готов. Следом давайте делать именно так. Что, ну, давайте вот эту вот часть верхнюю делать. Shift Z. Это пока пусть в таком виде. Все с заготовками пока делаем. Теперь делаем Up and делаем опять же цилиндр. Добавляем. Эти саптулы пока можно выключить. Теперь делаем вот так вот. Вытягиваем вот так вот саптул. Следом добавляем append. Добавляем куб. Куб. Вот так это все дело уменьшаем. Немножко можно так вот, наверное, прибавим. Теперь на куб переключимся, куб расширим. Shift, левая кнопка мыши. И вот так вот куб прибавим. Вот таким вот образом. И прибавим теперь вот эту тоже часть. Выровняем. Смотрим. Так, куб надо еще побольше. Вот так вот. И теперь режем. Куб режем где-то вот таким вот образом. Здесь теперь можно геометрии Modify Topology Mirror and Well. Немножко вытянуть вот так это все дело. Ну, в принципе, заготовка нормальная. Теперь нужно обрезать именно вот эту вот конус, сферу, цилиндр. Так, теперь делаем всему этому merge down. Окей. И теперь делаем всему этому dynamesh. Так, смотрим полигруппу. Ctrl-W, чтобы одна была. И делаем dynamesh. Так, это все понятно. И теперь вот так вот конусом все это дело срезаем. Вот уже Shift Z. Смотрим, как да что. Можно даже еще больше угол поставить. Вот так вот. Вот теперь нормально. Ctrl-W. Ну и следом Ctrl маскируем. И вот так вот с помощью гизмо все это дело вытягиваем. Вот таким вот образом. Так, все это есть. Снимаем маску. И Ctrl делаем Dynamesh.
Так, Dynamesh сделан. Вот такая пока заготовка. В принципе, пусть повисит. Так, пардон, теперь делаем append, делаем так, support дубликат. Переключаемся на нижний дубликат, ставим прозрачность. И теперь делаем move, scale, переворачиваем и делаем scale вот так вот. Стенки можно потолще делать, не принципиально. Теперь вот так вот делая это все маскируем. И низ вот так вот вытягиваем пониже. Так, смотрим, что тут да как. Стенки, чтобы были именно толстые. Вот таким вот образом сделаем. Так, пойдет. Делаем этой заготовки Dynamesh. И теперь ставим на вычитание, переключаемся на верхнюю, делаем merge down, ok. И делаем Dynamesh вычитание. Так, попробуем тут обрезать. Вот такая получилась заготовка. Все классно, все четко. Это будет верхняя часть. Потом здесь будут уже какие-то пазы и так далее. Так, эту часть нужно теперь Move Scale уменьшить. Вот так вот. И немножко можно ее расширить. Теперь можно ее вот сюда вот так вот подставить. Ну и нужна теперь нижняя часть. Делаем Shift Z. Z включаем глаз. Подгоняем, ну приблизительно хотя бы ставим, чтобы попасть именно вот на эту запчасть. А потом уже будем регулировать и приклад, размер и так далее. Так, это вот тут, вот это у нас часть. Z отключаем. Теперь делаем append и добавляем опять же куб. Убираем прозрачность. Переключаемся на куб. Подставляем куб. Подставляем его сюда. И вот так все это дело вытягиваем. Вот таким вот образом. Так, ну следом теперь нижняя часть у нас вот именно мы подогнали. Теперь получается нужно Shift Z. Смотрим что да как. Мы попробуем резку. Так. Отрезаем вот так. Отрезаем теперь вот так. И отрезаем теперь ровно вот так вот. Shift Z. Ну, в принципе, нормально. Можно потом ее чуть увеличить. Так, теперь все это дело нужно сплюснуть. Вот так вот где-то. Ну и немножко растянуть. Вот таким вот образом. Что-то она сильно низкая получилась. Ну, давайте еще больше ее растянем. Вот так будет нормально уже, наверное. Ну, да. Так, заготовка есть. Следом давайте ручку сделаем. Так, это вот этой заготовки Ctrl-D, W. И теперь сделать надо тоже Dynamesh. Так, все нормально, все хорошо. Потом можно ее пустотелой сделать, или можно даже цельной. Но это уже по ходу. Здесь чуть-чуть я, наверное, вот так вот замаскирую. И немножко вот так вот ее вытяну вперед. Вот до таких размеров. Теперь
Вот так немножко подкручу, делаю Ctrl-W, и вот здесь уже тогда обрезать можно. Ну, уже где-то вот так похоже. Так, теперь ручка, да? Опять же, саптулы, опять же, append, опять же, куб. Переходим на куб. Вот сюда, так, Ctrl-Z. Переключаемся на куб. И теперь этот куб нужно вот сюда вот так подставить. Так, Shift-Z. Вот так мы его уплотняем. Можно поменьше прям, чтобы резался. И теперь ему опять же Dynamesh. Теперь Shift-Z. Вытягиваем его вот так. Вытягиваем его вот так. Ну и теперь опять же у нас или резко, или вычитание. Ну давайте попробуем резку. Так, это вот так вот. Это дело вот так вот. Это вот так. А это будем делать вот таким вот образом. Ведем вот сюда, жмем Alt. И закругляем, чуть-чуть приподнимаем, выравниваем и вот так вот смотрим, что да как. И теперь делаем ему, так, сначала сделаем, посмотрим, что у нас тут получилось, Ctrl-W и делаем Dynamesh. Вот Dynamesh сделан, теперь можно чуть-чуть ее надуть. Вот таким вот образом. Потом ее смягчим. Так, прозрачность, ну и теперь нужно ее именно вот тут вот обрезать. Так, вот так, верхнюю часть, где-то вот таким образом, даже чуть-чуть повыше будем резать, чтобы потом паз сделать. Так, есть такое дело. Это есть, то есть. Так, теперь цевьё. Цевьё будем делать опять же с цилиндра. И посмотрим сейчас, как это все происходит. Так, прозрачность можно выключить, поле F выключить. Теперь берем append, берем цилиндр, переключаемся на цилиндр и его вот сюда вот так вот подставляем, уменьшаем. Вот так вот ставим. Теперь сплюснем, маскируем вот так его, где-то чуть-чуть повыше, вот таким вот образом. И теперь его можно немножко опустить, вот так вот. Так, теперь можно его растянуть. Shift-Z. Увеличим ракурс, чтобы было видно. Вот так вот. Z отключаем глаз. И вот теперь можно все это дело перетянуть, вытянуть вот так вот. Отвести. Еще немножко вытянуть. Сделать всему этому делу дубликат. Переключиться на верхний. Это все дело так вот установить. И вот так вот это все дело обрезать. Вот таким вот образом. Так, теперь немножко его уменьшить. Вот так вот. Так, Ctrl-Z. Так, немножко уменьшить. Переключаемся на нижнюю заготовку. Ее
опускаем где-то вот так вот. Теперь ставим кисточку именно Move Topology. Так вот, Move Topology. Делаем Draw Size побольше. Включаем X-симметрию. Делаем Draw Size. И вот так все это дело вытягиваем. Вот так вот. Ну, вот такое цевьё. Теперь Shift Z. Alt, левая кнопка мыши, подгоняем. Чуть-чуть увеличиваем вот таким вот образом. Еще где-то так, Shift Z еще немножко можно здесь прибавить. Смотрим на сетку, делаем всему этому Dynamesh. Прозрачность ставим и теперь обрезаем только в другую сторону. Вот так вот. Так, Shift Z. Ну, где-то вот такие вот уже получаются черты. Это можно тоже сделать пустотелой штуку. Так, теперь up and добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр и вот сюда его вытягиваем. Уменьшаем. Чуть-чуть сплюснем. Ставим прозрачность, вытягиваем где-то вот так вот, где-то вот таким вот образом. И немножко, так, и немножко уменьшаем. Где-то, наверное, вот так, да. Shift Z. Чуть его утончаем, подгоняем именно вот на это место и немножко Ctrl-Z и немножко опускаем. Ну, где-то вот такая штука. Так, нет, чуть приподнять по нашему именно ракурсу. Так, есть такое дело. Теперь Shift Z. Делаем Move, делаем Ctrl и дублируем вот сюда это все дело. Так, немножко уменьшаем. Вот так все. Так, это мы попали. Ну, в принципе, все нормально. Приклад есть. Теперь это сделаем. Магазин подставить. И уже будут детали. Так, ну что, теперь, наверное, ствол. Так, жмем Up and жмем цилиндр. Alt, левая кнопка мыши. Переключаемся на цилиндр. Уменьшаем вот так вот. Подгоняем к стволу. Так, это все дело вот сюда. Теперь уменьшаем его размер.
пока визуально делаем, так, Alt, левая кнопка мыши, все это дело мы вот так вот вытягиваем, немножко еще уменьшаем такт, Z, ракурс можно чуть-чуть вот так немножко приблизить. Так, еще чуть-чуть прибавляем. Ну, в принципе, попадаем. Вот так пока сделаю. Где-то вот такая штука. Shift Z. Теперь делаем всему этому Dynamesh. Shift. Не, лучше давайте сделаем дубликат, а потом будем объединять. Делаем дубликат. И дубликат опускаем вот сюда вот ниже. Так, есть такое дело. И вот этот дубликат должен быть еще больше. Вот таким вот образом. Так, теперь следом делаем еще один дубликат. Обрезаем теперь его вот здесь. Вот так. И обрезаем его вот так. Делаем ему Dynamesh. Увеличиваем его чуть-чуть в размере. Подгоняем вот к этой части. Делаем Ctrl. Делаем левой кнопкой мыши дубликат. Так, Ctrl-Z. Делаем дубликат. Подставляем дубликат вот сюда. Вот таким вот образом. Смотрим, что тут да как. Ну и тут нам поможет Ctrl-I. Немножко в бок. Где-то вот так. И добавляем теперь Up and Cube. Up and Cube. Вниз переключаемся на него так. Плюс ним. Перетянем. Уменьшим. Подставим. И еще раз вот так вот сплюснем. Так, все это дело есть. Теперь резку делаем где-то. Вот так вот. И Shift Z. И резку делаем. Вот так вот под стволом. Переключаемся на эти детали. Смотрим, что тут да как получилось. И вот эту вот часть немножко уводим вот сюда. И немножко можно ее расширить. Подгоняем. Вот так где-то устанавливаем. Ну, где-то вот в таком духе вот такая вот запчасть. Потом объединится, сольется. Сгладится, все будет нормально. Так, Shift Z, Z. Что тут с дулом? Ну, дуло тут тоже просто. Делаем цилиндр. Делаем, давайте, вот здесь вот дубликат. Дубликат. И теперь вот так все это дело обрежем. Вот так. Сделаем Move Style. Вот так. И поставим на место. Так, теперь делаем вот так вот маскирование вот этой части. И делаем Ctrl-I. Переключаемся, снимаем гизму и делаем скайл.
Так, теперь немножко мов. Немножко вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Можно потом сделать вычитание, сделать пустотелую. Ну, и здесь делать пустоты, вырезы там. И таким образом. Ну, вот такая вот наметка. Тут еще мушка будет и так далее. Ну, вот уже, в принципе, калашник почти собран по запчастям. Так, тут можно тоже уже детали сделать. Так, давайте вот эту рамку теперь сделаем. Так, Shift-Z. Это будем делать, опять же, берем куб. Переключаемся на куб. Делаем ему DynaMesh. Теперь Shift отключаем, включаем только один subtool. Теперь делаем Move, уменьшаем вот так его. Ну, где-то в таком духе. И теперь можно делать append. И так, не append, а делаем дубликат. Делаем move, вытягиваем его, делаем прозрачность, поднимаем, чтобы тонкий не был, именно вычитание делаем. Вот таким вот образом. Вот так вот где-то. В принципе, пойдет. И теперь делаем вычитание и merge down. Окей. Вычитаем. Вот какая заготовка рамки. Потом ее можно поле тут чуть сгладить, округлить и так далее. Ну, пока пойдет. Теперь подставим эту рамку вот сюда. Немножко ее уменьшим. Вот так вот подгоним. Ну и давайте попробуем сделать ей деформация полиш. Вот таким, чтобы она именно... Так, вот этот край, чтобы округленный был. Так, Move Topology. Вот так где-то его преобразуем. Ну и этот такой же край поднимем. Вот так вот. Ну вот уже более-менее вот эти части чуть-чуть тоже еще подкорректировать. Ну и сделать DynaMesh и сделать Polish. Вот теперь она уже, в принципе, похожа. Здесь уже ее можно подкорректировать, будет все четко. Теперь можно ее вот так вот растянуть. Сделать DynaMesh и вот так, чтобы она четкая была, уже обрезать. Так, не получается, да? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Печально. Ну, это сейчас все сделает. Так, теперь давайте подгрузим именно, сделаем дубликат чего-нибудь. Ну, вот тут этой рамки, да? Делаем дубликат и под подгрузим именно магазин вчерашний.
Так, вот подгрузился теперь прошлый магазин с прошлого ролика. Ну и теперь давайте немножко, чуть-чуть по размерам пройдемся. А потом уже можно будет соединять, добавлять, полировать, добавлять какие-то детали. Так, у меня программа вылетала, так что я сейчас подгружу калашник новый. Текстура, open, уменьшаем вот до таких размеров, и вот сейчас будем подгонять именно полностью все детали вот к этому аппарату. Так, приклад можно объединить, это получается merge down, окей. Теперь приклад увеличиваем. Вот так вот. Смотрим теперь, что да как. Ручку теперь тоже можно прибавить. И немножко припустить. И немножко сплюснуть вот так вот. Все, ручка есть. Следом теперь вот эта верхняя часть вот так. Поправляем ее теперь где-то. Вытягиваем большую. Устанавливаем туда, куда надо. Вот так вот теперь это типа она. Так, смотрим, чтобы точно. Да, вроде бы как она. Теперь давайте нижнюю часть. Так, с верхней ее теперь нужно именно подгонять. Так, опять же мы ее увеличиваем и подтягиваем вот так. И опять же Ctrl Z и опять же вытягиваем вот так вот. Есть такое дело. Чуть-чуть можно вот сюда вот так увести. Теперь идем дальше. Что у нас тут получается? Получается цевьё чуть-чуть передвигаем. Вот так и немножко уменьшаем. Теперь следом нижняя часть. Опять же мы ее передвигаем. И немножко уменьшаем. Так, вот так. Немножко поднимаем. Немножко опять же усаживаем. Вот до таких размеров. Так, и немножко поправляем. Вот так. Теперь следом выходит у нас, что за деталь. Так, выходит клапана. Клапана теперь можно вот так вот. И чуть-чуть повыше. Вот таким образом. Теперь Ctrl-I. И вот этот клапан вот сюда. И немножко подкрутить. Ну, где-то так. Чуть-чуть даже приподнять. Есть такое дело. Теперь эти есть. Ручка есть. Вниз опускаемся. Выбираем ствол. Первый. Второй. Приподнимаем. Так, Ctrl-Z. Приподнимаем ствол. Вот так вот. Что за хрень? Так.
Поднимаем вот этот теперь ствол. И немножко его вот сюда. И немножко вытягиваем вот так вот. Верхний ствол чуть-чуть приподнимаем. Так, это что у нас? Нормально. Эту часть сюда. Делаем Ctrl-I. А эту часть сюда. Вот так вот. Ну и теперь куб. Устанавливаем на место, уменьшаем, поднимаем. Смотрим, что да как. Вроде нормально лег. Ну и теперь магазин. Так, а это что такое у нас? Два, что ли, куба? Да. Теперь поправляю вот эту часть. Вот где-то так. Ну и теперь магазин. Вот так вот. Вот так. Так, ну и нужно добавить еще куб. Append вот сюда. Вот так вот. Раз. Смотрим сверху, как установился. Уменьшаем. Он тут поменьше должен быть. Но должен находиться. Так. И немножко его усаживаем. Вот так вот. Вот таким вот где-то образом. И немножко вот так он вылазить должен. Чуть-чуть поменьше. Вот где-то в таком духе. Так, теперь возвращаемся именно на приклад. Делаем ему дубликат. Чуть-чуть дубликат увеличиваем. И немножко вот так вот это все дело обрезаем. Вот таким вот образом. Вот так вот. Ну, немножко можно расширить вот так. Типа насадка будет, накладка. Ну и все, теперь вот это приклад вот в этой части нужно просто сгладить. Отрегулировать, ручку тоже сгладить. Что ты издеваешься? Так, вот это вот. Мог чуть-чуть можно уменьшить вот так и немножко вот так даже где-то сплюснуть. Вот так вот. Немножко вот так вот.
Так, у меня мушка сошла. Сейчас вот эту часть вертать надо назад. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Смотрим, что тут да как. Ctrl-Z. Снимаем маску. И вот теперь можно ее назад. Ее чуть-чуть повело. И немножко ее скайл побольше. Вот так вот. Ну вот все. Осталась теперь мушка, прицел, какие-то детали. Вот здесь еще курок. Ну и все сгладить, доделать, более-менее так подкорректировать, чтобы нормально было. Здесь вот два паза еще можно выбрать на цевье. Все, всем пока, до свидания, лайк, дизлайк. Продолжение следует.